Девиз мероприятия «Учи правила дорожного движения с молоду». Цель – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Сотрудники дорожно-патрульной службы и аниматоры рассказали детям о том, что любое нарушение правил может привести к непоправимым последствиям. Каждый ребенок должен помнить, что прежде чем ступить на проезжую часть, нужно осмотреться, нет ли поблизости транспорта, пропустить его и только потом переходить дорогу. На подобных уроках дети – не пассивные зрители. Они приняли участие в сценках, конкурсах, викторинах. Каждому ученику инспекторы вручили брошюру, письма первоклассника и фликеры, светоотражатели. Также ГИБДД обратилась к родителям малышей. Детям необходимо показать наиболее безопасный маршрут до школы и обратно и обязательно пройти этот путь вместе. А водители инспекторы призвали быть предельно внимательными при проезде вблизи детсадов и школ.